удобно дрова колоть в покрышке. Вот эта вот летняя резина 14 радиус. Саморезами их прихватил кровельными. 4 самореза достаточно. В чем плюс, береза очень хорошо на морозе колется, разлетается. То есть после каждого удара приходится поднимать ту часть, которую хочешь доколоть. Покрышка же все довольно-таки быстро колется, легко, одной рукой. Достаточно пополам ее расколоть, дальше все очень легко и просто.